Всем привет, с вами канал Все про Android. Извиняюсь за предыдущее видео, его пришлось удалить. Все дело в том, что я допустил грубейшую ошибку и не досмотрел о подфункциях данного приложения. Приложение называется MSI Autoburner. Для его работы необходимо иметь сам клиент, который будет работать на вашем персональном компьютере, APK данной программы на своем Android устройстве и сервер, который будет запущен на вашем персональном компьютере. Вот так выглядит этот сервер. Сейчас быстренько о настройках. Как security, monitor only, то есть только мониторинг, ключ будет выдан вам сразу при запуске программы, HTTP listing, сервер, который необходимо ввести вручную, то есть вам необходим IP-адрес вашего персонального компьютера и порт, по которому будет соединяться. IP-адрес можно будет посмотреть через командную строку, этот же IP-адрес необходимо будет ввести в настройках MSI Autoburner, то есть выводите его сюда, вводите порт, рестартуете сервер. Для того, чтобы узнать IP-адрес вашего компьютера, достаточно запустить командную строку и ввести параметры ip-config, и вы получите адрес вашего ПК. Вот эта вот строка, она говорит о адресе, который вам необходимо ввести в сервер и ввести в настройках MSI Autoburner, перейдя подкладочку Setting и здесь ввести вот этот адрес через точку адрес и порт через двоеточие. Refresh интервал можно установить на свое усмотрение. И момент, который я упустил в предыдущем видео, то есть разгон карты работает, вы можете перейти в режим мониторинга и посмотреть параметры, которые есть, то есть использование оперативной памяти, файл подкачки, использование каждого ядра процессора, использование памяти, разгон видеокарты, скорость кулеров, температуру процессора, использование процессора в процентном отношении. Но еще раз вернемся к подменю. Для того, чтобы осуществить разгон именно с Android устройства, вам необходимо зайти в меню Overclock и долгим нажатием активировать подкладку дополнительного меню. Вот так выглядит это меню. Здесь можно выбрать профиль, перезагрузить, вернуться, сбросить настройки и перейти в режим мониторинга. Сейчас в режиме реального времени разгоним наш вентилятор, разгоним частоту. Все это можно сделать вручную и нажатием, и задать параметры в цифровом эквиваленте, если вы хотите соблюсти какие-то точные параметры. Разгоним нашу карту до 1500. Кулер оставим 63, нажимаем долгий таб и наблюдаем за изменением в основном клиенте. Нажимаем Apply, дожидаемся применения и видите, что наша видеокарта разогнана, то есть все в реальности работает. Еще раз спасибо пользователю Iron Channel за то, что натолкнул меня на эту мысль. Утилита работает великолепно. Еще раз скажу, будет полезно тем, кто играет в тяжелые игры и хочет контролировать свою видеокарту и удаленно контролировать и разгонять ее параметры. Обратите еще раз внимание на то, что для того, чтобы изменять, необходимо, чтобы во вкладке Security не стояла галочка на Monitor Only. Если будет здесь стоять галочка, вы не сможете разгонять с Android устройства вашу видеокарту. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!